За морем, океаном живут американцы. Смотрят сериалы и бургеры едят. И верят в то, что Богом они избранная нация. Хоть внешне американцы напоминают нас. И как один уверены все американцы в том, что самый важный для страны их человек находится в капитолийского холма локации, где занимает в Белом доме главный кабинет. Но где-то по бескрайней заснеженной Сибири мобильный комплекс едет баллистических ракет. А за баранкой комплекса сидит сержант Василий. Вот Вася для Америки важнейший человек. А где-то по соседству живут себе германцы. Германцы обожают сосиски и пивас и верят в то, что круче нет американцев. Но в остальном германцы напоминают нас. И как один уверены все эти германцы, что вместо чем их Бундестаг важнее в мире нет. И хоть их фрау-канцлер и зациклена на санкциях, но все равно для них она важнейший человек. Но где-то на просторах Балтийского залива залег на дно атомоход с ракетой булава. Им управляет мичман русских ВМФ Василий. Вот Вася для Германии персона номер один. А где-то в гарнизонах живут себе Василии, атомоходы водят и комплексы ракет. Ушанки носят с валенками, часто пьют родимую, за казармы деревянные ходят в туалет. И любит со сметаной борщ поесть Василий, ложкой алюминиевой в столовой на обед. И смотрят, как и все, сюжеты новостные, и верят в то, что круче их России в мире нет. И это рассказали мы вам только про Василиев. А есть еще Геннадий, Степаны, Анатолий, Иваны, Константины, Иннокентии, Максимы, Сергеи, Афанасии, Кириллы, Саши, Коли, Владимиры, Денисы, Рустамы и Наили. Да всех не перечислить, ведь кого там только нет. Но не хотят они, чтоб были войны и насилие. Поэтому в России так дохрена ракет.